Дилин-дилин. Кто там? Ты у фонаря стоишь или где? Я стою, да, у фонаря. Я не буду комментировать, что-то происходит. Я не встречаюсь у какого фонаря. Красного. Район красных фонарей. Дилин-дилин. Дилин-дилин. А когда дополнение выходит? Оно же выходит в месяц, а? В конце декабря. Да. Декабря? Ноября. А, вон, надо будет догнать вас, короче, чтобы вместе пройти. Да, ну тут вообще тебе не обязательно догонять, там же как отдельная область будет. О, в смысле не обязательно, а? Ром, бей, 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 бей! Я побежал, не успел. Подожди, я стрим запускаю. Дилин-дилин. Параноик появился. Неужели мы сегодня пройдем собаку? Гавин Дивиш в... Гавин... Я уже забыл, как это считается, а? Так, а ну переименуйте меня, пока стрим не начался у меня. Гавин Дивиш... А какая разница, а? Переименуйте в ник, ну пожалуйста. Что там это, чтобы пока... включить, чтобы были ники видны. Ром, оставь так. Переименовали. Ты рассказывай сказки. Прибежал такой. Кавендвич. Кавендвич. А почему Кавендвич? Кавендвич. Чего? Ничего. А почему Кавендвич, кстати? Мы так это не узнали-то. Просто надо было какой-то логин ввести. Все. Да. Я не могла придумать. Ром, развернись на секунду, вот знаешь. Просто надо было придумать ник. Это надо додумать. Кавендвич. Ага, Кавендвич. Тихо! Ты стесняешься? Ты стесняешься? Нет, я просто не хочу, чтобы вы все знали, подписчики. Не стесняйся своих возможностей. Ой, как громко надо потише делать, да? Ладно, где там это? Кавендивиш. Кавендивиш. Глаз крутой. Это у нас будет вместо дилин-дилин теперь, а? Квиндивиш. Да-да-да-да. О, Квина написано, а? Призыватель Квина. Странно, у меня стрим начался, но в списках начатых стримах оно не отражается. Вот что, как это объяснить? Там кто-то стучит что-то, а? Ой. Квиндивиш, пойдем. Глаз, да. О, у тебя какая хрень, а? Мне нужно в этот вот в группе разместить объявление. Давай, давай. Гараж продаешь? Да. Стрим продаю. Стрим. Стрим недорого, в Москве, да? Так. Покажи, что у тебя еще есть, а? Блин, я уже забыл. Мне нужно... А как мне это использовать? Оружие? Ага. Ну, неправильно, обратно. Обратно. В смысле, обратно? Назад. Ниже. Нет, ниже. А, вот оно, точно. Мне нужно вот это. Блин. Что, не прокачано ничего? А, долго ковырять будем. Что такое? Хотя нет. Не-не-не. Вы собираетесь дополнение покупать? Да. Я думаю. Оно стоит 1200 рублей, или сколько там? Ну, у нас дороже. Но я собираюсь купить, конечно. Да, у меня есть проблема. Я куплю и с Ромкой расшарим, и все нормально будет, а? Какая проблема? Я не гей. Пойдем. Это какое-то имеет отношение? Сейчас, мне еще чат включить надо. Ой, вот. Ну, стрим что? Это же надо. Это же надо. Квиндвич. Квиндвич. Я его не помню, так ты помнишь, да? Ну блин! Такой хрен забудешь теперь. У меня такое это. Сзади херь такая болтается, как будто начали такой. Ага, ага. Гульфик. Потряси им. А ты можешь им бочку сделать, а? Бочку. На лицо прям, да? Пропеллер давай, а?
Ульфик на лице. Так, сейчас, значит, чат, позиция, размер по центру, позиция, размер слева. Вот так вот, хорошо. Только я еще там это не добавила. Вот это дело. Эй, делин. Ты там уже всех убил? Да. Я вспоминаю этих. Пусть Слим. Да. Пушми. Как он там? Пушми Тейбл. Да. Что-то такое там. Не помню, давно слушал. Где там кассету притащил на магнитофон. А, послушайте, все колбасить начало. Помнишь Квина такое? Нет. Это еще в Африке было какой-то, а? Там Next. Так, значит, я... Как открыть оружие? R2, да? Нет. Скажи долго мне, как открыть оружие. Долго вы будете ковырять, а? Долго. L1? А, открыть оружие, Select. Нет, Start, Options. Так, мне надо тело... Да нет, раскрыть... Ты 143 уровень? Чтобы оно было длинное. L1. Охренели вы, а? Ура! Все. Можно идти. Ром, одень юбку. Ой, Грин, я же не включила. Я скажу так, что нам нужно очень сильное сопротивление от огня. Всем привет. Привет. Для этого нужно. С тобой здоровались уже, женщина. Привет, Квина, да? Прошло, знаешь, так 3 часа. Привет, Квина, да? И сопротивление. У меня шапка от огня и плащ от огня. В принципе... В принципе, этого мало. В принципе, ну чего, у меня и вообще костюмчик от огня. Костюм пожарника. Шляпка, это не между прочим. Значит, тут такой музон еще, который, знаешь, как в эротических фильмах. Что ты, это, как я, взял плащик у меня? Я переодеваюсь. И не смотри на меня, переодеваюсь. Так. А та танцевать. Блин, верните его на место. Женщина накосячила, вот так вот. Ничего не доверить женщине. Уже не вернешь, все, он ушел. Да нет, я помню, там что-то нажмешь, и он обратно возвращается. Или дернуть надо было рычаг. Дернуть надо было сильнее, да. Давай, Дед Мороз, иди, веди женщину. Куда пошли. Надо. Пошли, дернешь там. За нос. А у него красный нос, кстати, а? У кого? У Ромки. Ромки красный такой. Нам подарочки. И открывай. Не хочу, я боюсь. Тут у меня будет пролагивать немножко надо. И главное, живи. Призыватель начал битву. А я буду комментировать, что они делают, а? Они пришли на верную смерть. Смотри, он блюет, а, огнем. Прикинь такую кошку, а? Я упрыгиваю. Рома, пока я ее заманиваю, ты бы по попе ее побил. Ром, ты лучше топор бы взял, а? Нет. Как у меня? Ну, ух, топор просто у него дальность, да? Ух ты. А убегай! Сделали. Убежал! Ух, как он, а? Прикольный песик, а? Очень прикольный. Но Ромка его один раз осилил, у него платина. Да. Это было там. Пентрёшник. Бей. Меня много жизни. Я уже забыл, как и что здесь. Так, надо потише звук сделать, а? Сделай. А то что совсем зашкваливает, а? Как раз ко мне, я ему такая, типа, подожди, я сейчас. Я тут с фёсиком, да? Паузу нажму. Не иди в огонь, дурупу, дурёк. Она еще и учит его, а? А? Я говорю, она еще Ромку и учит, а? Да. Я сама с собой говорю. Давай, подходи. Почему тут Ромка? Бей его. Ой. Не, ну вдвоем просто, смотрю, а? Вы вообще такой на изиче, а? Он же на втором, на второй половине, во вторую паузу входит. Во второй части, да? А во второй части он входит в фазу новую. Фазу луны. Женщина, ты чё его не бьёшь? Я, ну конечно, эта картина вообще, блин, вот ударила вовремя, а? Ром. Мне нормально. Ой, чё это было? Он пухнул, смотрите, а.
Бум. Я боюсь подходить очень близко. Вообще он мне напоминает, ой, меня, когда я суши так отравленные поел. Когда ты, у меня изо рта всякое выходило, да. Когда ты васаби хавал. Да, да, да. И так же из задницы меня что-то бомбило. Спасите. Иди, женщина. Уходи, уходи. Хилься. Так вот, вечно спасаешь женщину. Женщины, мужчины же на то надо, чтобы спасать. Ты-то можешь размножиться прям на ходу, а я нет. Что я говорю? Мужчины нужны, чтобы спасать женщин, вот. Тебе кажется. Детенышей. У вас будет детеныш? И три гастрима, да? Наш детеныш — это ты. Охренеть. А что я и такой? Я об этом не знал, да? Если честно, я сейчас вспомнил просто «Не грози Южному Централу». Да, 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 да. Ой, блин, а. Лина, убегай. Это я сама себе выполнила. Я понял, да. Потому что Лина и вот смотри, как она увернулась, а? Молодец. Это случайно, между. О, он попой стал. Надо было бить им задницу, затыкать, да, а? Вдруг, нет, там топор. Там, я не знаю, что сделать. И повернуть три раза еще, а? Огнем пыхнет. Из попы? Видно, что у нас здоровье уменьшилось в два раза. Нет. У вас, по-моему, так же здоровье. Ну, у Ромки, по крайней мере, так же, а? Это проклятая гробница, в них здоровье в два раза меньше. А, ну... Сочувствую. Ромку спасай! Блин, я... Отходи, 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 отходи! Мне так ничего не будет, одна будешь проходить. Как-то... Не, ну красава просто, а? Давай. Самое главное, как обычно, это вот предпоследним ударом не подохнуть. Желательно к Вине не подохнуть. Уходи, уходи, уходи. Ух. Ой, что это он? Плевать будет. Это нормально. И попу спрятал так, знаешь, чтобы к нему сзади никто не подошел. Ну, нахал. Не, он попу бережет. Ой, ой. Береги попу. Береги попу с молодости, да. Активный, значит, да. Офигеть, как он страшный. Давай, милашка, а. Прошляпил очко. Из пистолета надо было ему в попу. Или из пушки. Умный такой Денгар, да? Да, блин, что я-то... Во! Отлично, молодец. Что бы без меня делали, а? Как раз нажали. Блин, что? Уходи. Йо. Я его не вижу. А, вот теперь вижу. Ты глаза закрыла? Нет, он мне мои камеры. Не сметь. Да-да-да-да-да. В принципе, мы с тобой грамотно расходимся в разные стороны. Сбой. Нет, тут немножко неправильно. Просто Квина грамотно убегает, пока Ромка его бьет. Нет, вы понимаешь, его, он не знает, в какую сторону кинуться, а мы расходимся в разные стороны. По-моему, он понял, куда кидаться. Он заманивает лицом, и я подхожу сзади, и наоборот. По-моему, мы молодцы пока что. Кстати, напишите, как там качество стрима, я вообще не вижу. Ой-ой-ой, подбегаем, бежим, лупим. Чуть-чуть не успели. Ну ладно. Ё-моё, вы чего? Офигеть, надо лечиться срочно. Вот повезло к винте сейчас, а, то, что не на тебя побежал. Да. Очевидно, он считает Рому более аппетитным. Все-таки он гей. Да? Это собака, я не про Рому, конечно. Ром, ты что, я не... Уходи, уходи, уходи. Молодец. Ё-моё, а? Нет, сдохла. Нет, я нажива еще, жива. Ром, ты только не подохни. Отхиляйся лучше. А он побежит сейчас, нет, блюет. Еще отхиляйся. Ну,
этот меч у меня такой чудесный, что вечно промахивается. Блин. Ты видел это? Так, попало. И дальше сразу к ней так. Не, ну практически. Там осталось удара 3-4. Отпрыгиваем, отпрыгиваем, Кина. Ой. Вот всего. Осторожно, сзади. Это я говорю сама себе. Собачки, да? Что надо к нему сзади подбираться. Ну, давайте! Это самый сложный босс. Ты на нем 4 часа страдал. А в одного, да? Так, я получила проклятую оскверненную чашу предков и кусок кровавика. Хорошо. Что, все? Пока, женщина. Боже мой, Ромка, спасибо тебя. Какая должна будешь? А какой Ромка? Я! А если бы я не говорил ему, хиляйся, хиляйся, да? Димочка, тебе большое спасибо. Вот так вот. Хоть и тебе не было пользы, но все равно спасибо. Нет, ты морально нас поддерживал. Вот так вот. Если бы я как болельщик, а? Это как за Спартак болеют, они не выигрывают. Вот так же я за вас болею. Ну, вы выиграли, кстати, а? Так. Да уж стрим, друзья, закончился. Да? Быстро так. Подождите, а как звук убавить в настройках? В микшере. А, вот я сейчас. Ну я вас тогда всех вместе убавлю. Всех вместе, вот нас? Вот так вот, а? Не чтобы в игре. Микрофон я добавлю, то есть я к себе его придвину. Вот о, так. Боже. Теперь меня будет хорошо слышно, а вас плохо. Так, игра сильнее тебя орёт, а так все нормально. Ясно. Ответь. Так, все, ура. Так, все. Нам еще последнего босса тебя убить надо там. Ну да. И не только босса, там, очевидно, надо пройти еще к боссу. Вообще, наверное, я выйду, починю все оружие. Как вариант, да. Да, а какой последний босс, ты не помнишь? Не. Есть так хорошая память, нет? Там же еще целую, ну, все. Он, по-моему, легкий там какой-то босс был, насколько я помню. Так она не прошла остальных двух боссов, а? Или прошла? Нет. Ну вот, и надо сначала чаша. Один босс остался. В этой чаше. А, вы убили только предпоследнего, что ли? Вы не последнего? Да. А-а-а. Я-то думаю, вы все. Так, а мне, чтобы починиться надо, мне нужно сбегать к столику и там починиться, да? Да. А мне дом горит. Сидит. Да, не важно, не обращай внимания. Ты зайди, потушись, это починится. Пусть горит. Так, ну все, одежда вроде она не ломается, да? Нет. Вообще-то нет. Так, нам нужно... Сейчас лучше. Что там со стоматологом? Не пошла еще. С стоматологом. Я собиралась. Так. По-моему, сколько мы с ней не созвонимся, она лично к стоматологу ходит, а? Она все дойти не может. Что? Сколько мы тебя знаем, ты все время к стоматологу ходишь, а? Да, потому что там одна дырка, там вторая дырка, там третья дырка, а один зуб, который у меня... Я понял про первую и вторую дырку. Я подкаст сделала про зуб целый. Что ж ты ртом делаешь, что столько много дырок, а? Ну, у меня пару лет назад один хороший стоматолог, в кавычках, в зуб вставил железку. Я думал, знаешь, ударил меня в зубы, да. Она пробила зуб и в небо, и гнила там, понимаешь, все это. Ёп. Несколько лет, и сейчас, и потом я ходила, все это лечила. Тебе надо бы такого Квини сначала призваться, потом босс появится. Я просто вспомнил, что здесь за босс. И передумал играть, да? Проклятый Птумериманский источник скверны. Амигдала здесь. А-а-а, дочь, нет. Это космоса, что ли? Нет, амигдала это здоровенная белая. Белая, а, так она легкая вообще, она вообще изичь. Ну, знаешь, сова. Сова. Нам в нижний уровень спускаться надо или подниматься? На третью поднимайся там. Блин, и это надо лифт где-то найти еще. Какой лифт? Заходи на... У тебя что? Я не считаешь, но оно там должно читать, ну, сюда выводиться, но оно не выводится. Ты на третью не вышла еще? Я нет еще, я... Так, ладно. Бегать на кнопку перед боссом продолжим, хорошо. А?